Что такое выборы, суд и гражданский кодекс? Чем отличается физическое лицо от юридического? Что относят к психоактивным веществам? Из какого возраста по закону подросток может быть привлечен к ответственности за совершенное правонарушение? Ответы на эти и многие другие вопросы из области правоведения должны были знать участники игры Brain Ring, которая уже традиционно прошла в одном из учреждений образования Ленинского района города над Бугом. Подобные соревнования на эрудицию и сообразительность проходят в каникулярное время уже в пятый раз, и с каждым разом желающих принять участие в борьбе за первое место становится все больше. Сегодня на базе 16-й школы в каникулярное время в рамках акции «Stop Spies» комиссия по делам несовершеннолетних совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних, УВД на транспорте, городского отдела МЧС, Ленинского районного комитета БРСМ проводит правовой брейн-ринг. Цель проведения данного мероприятия – это профилактика противоправного поведения, это профилактика пьянства, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних. Такие мероприятия по замыслу устроителей должны не только помочь организовать досуг подрастающего поколения в свободное от учебы время, но и помочь ребятам лучше узнать и запомнить их права и обязанности согласно законодательству нашей страны. И подрастающее поколение ожидания педагогов не обманули. Готовясь к конкурсу, многие школьники изучали специальную литературу, постигали азы юриспруденции. Мне нравится правоведение, я участвую в олимпиадах уже не первый год, и в общем это меня развивает, развивает мое мировоззрение, поэтому я хочу здесь поучаствовать. Я жду интересных вопросов, это для меня очень интересно, конечно, наверное, победа. Здесь я могу познакомиться с разными людьми, также здесь принимают участие разные школы, также можно встретить своих знакомых, это тоже интересно. Как говорил древнеримский политик и философ Марк Тулий Цицерон, знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы постигать их смысл. Сомневаться в том, что и участники, и организаторы разделяют подобную точку зрения, не приходится, ведь порой именно от знания буквы закона и его исполнения зависит судьба человека.